Это сказка. Об этом говорит сам режиссер фильма Эльдар Рязанов устами Андрея Миронова. Но сказка получилась какая-то жутковатая и про жуткие царские времена. С одной стороны, граф Мерзляев, действительный тайный советник императорского двора и сатрап. С другой стороны, императорские же военные гусары, как олицетворение добра и светлого будущего. И вот визиту этого полка императорских гусар дамы в городе рукоплещут, если верить песне в исполнении Андрея Миронова. А визиту графа Мерзляева никто не обрадовался. Даже полюбившаяся ему актриса местного губернского театра Настя. И вот между сатрапом и гусарами, все они слуги одного и того же императора, замечу, возник какой-то конфликт. В финале отец Насти вдруг умирает, а императорские слуги разъезжаются во свояси. И только сам император невозмутимо взирает на все это из золоченной картинной рамы. Разрешите представить, его сиятельство граф Мерзляев. Что там такое?